Уведомляю, что вы задержаны в порядке статьи 91-92 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 105 по факту убийства малолетней. С задержанием согласны? Согласен. Поясните о совершенном вами преступлении. В 2006 году, 10 апреля, я совершил убийство малолетней по адресу переулок мелькомбината, дом без номера. По версии следствия, 10 апреля 2006 года мужчина привел знакомую девочку в один из заброшенных домов поселка Мелькомбината и задушил ее. Тело потерпевшей спрятал в подполье дома. В ходе допроса мужчина признал свою вину и детально рассказал об обстоятельствах совершенного преступления. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение в совершении преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.